друзі, це абзац. Життя без даху або чому жителі Слов'янська не ремонтують зруйноване житло? На кнопки давить, не коров доить. Или куда устроиться безработному депутату? Мы начинаем. Сьогодні в програмі «Зима чи допомога? Що прийде раніше? Чому Слов'янськ запасається відрами та каструлями?» «Ленінопад must go on. Що спільного між пам'ятниками Леніну та ритуалами жреців Древнього Вавилону?» Розслідування абзацу. «Чим заробляти на життя екс-нардепам? Профпереорієнтація для депутата?» Ну, вони дають, правильно? Вони не будуть дають. Совсем скоро вы узнаете, какие ноу-хау находились в гуманитарном конвое России. Дождитесь, материал в данный момент готовится к эфиру. Ну а 90% мирных мешканців вернулися додому у Слов'янськ після того, як місто звільнили українські солдати. Тепер люди розпочинають життя з чистого аркуша. Многим приходится еще и заново отстраивать свои дома, которые во время бомбежек были полностью разрушены. Почему люди не латают дыры в стенах и не спешат стеклить балконы и разбитые окна? Ответ на этот вопрос уже есть у нашей взволнованной Кати Сенченко. Абзац в Славянске. «243 частных дома разрушены дотла. 1100 серьезно повреждены. Восемь многоквартирных домов пострадали. В Славянске наступила осень». Представьте себе людей, которые, просыпаясь с утра, первым делом судорожно смотрят прогноз погоды, но вовсе не для того, чтобы выяснить, что сегодня надеть, а для того, чтобы узнать, сколько дней еще сможет прожить их жилплощадь. Да, у жизни без крыши над головой свои причуды. Киев-Дружковка, скоростной Hyundai, первый класс. Сергей Тарута едет по стратегически важным делам в тревожный Мариуполь. У меня совсем немного времени, чтобы узнать у руководителя горячего региона о помощи пострадавшим жителям Славянска. Ведь я направляюсь именно к ним. И я не одна. Сейчас вместе с нами едет делегация из киевских институтов, задача которых определить экспертную стоимость тех разрушений, которые произошли во время боевых действий. В Славянске снова есть вода и электричество. Восстановлены основные социальные объекты – больницы, детсады и школы. Но представьте, из госбюджета на ремонт пострадавших домов не выделено пока ничего. Говорят, виноваты бюрократические тормоза, вялая позиция местной власти и продолжение боевых действий. Но людям от этих аргументов не легче. Я сейчас еду в Славянск. Я буду разговаривать, например, с бабушкой, у которой крыши нет. Она мне говорит: «Катя, что сказал Сергей Алексеевич Тарута? Когда?» Вот что мне ей ответить? Чтобы она поняла. У меня была встреча с бабушками. Оказалось, по инициативе главы области уже создано агентство по восстановлению и развитию Донбасса в разгаре переговоры с донорами и поставщиками. Один из проектов агентства – так называемый «открытый склад». На нем любой владелец пострадавшего дома сможет брать нужные стройматериалы бесплатно. Наладить работу такого склада обещают за месяц. Мы обязательно будем держать этот вопрос на контроле. В течение месяца будут предоставлены стеклопакеты, будет организован открытый склад, и вот люди уже хотя бы минимально могут, ну, не бояться дождя. Да. Это бабушке сказать? Да. Я не знаю, что мне делать. Хотя бы же с шифером что-нибудь привезли, это отдать человеку. А пока Евгения Ивановна сама искала шифер для своего обескровленного дома, одолжила у знакомых, и пришло время отдавать долг. Так это же надо гроши отдавать, или шифер отдавать, или что? Приедут. Мне это должны в сентябре приехать. Денег за драгоценный шифер нет, и взяться ему бабушке пока неоткуда. За последние две недели мы в ее доме уже девятые гости. Женщина говорит, реально помогли пока только волонтеры. Сделали фотофиксацию, посчитали, да, конечно, объемы и передали эти данные. А паломничество в пережившую войну Славянск продолжается. Бесконечные комиссии, наблюдатели, иностранные делегации. Исходя из того, что мы здесь собираем, исходя из разных точек, из разных источников, мы можем делать потом выводы, что требуется. Просто если бы взяли, привезли машину цемента, машину кирпичей, машину шифера, они сами бы разобрали и уже хотя бы подготовили к зиме. На самом деле пока вот, кроме разговоров, ничего. Так что справляются тут как могут. Дыры в стенах и потолки чинят дедовским способом. Замазывают смесью глины с соломой. Еще вариант – государство обещало возмещать стоимость стройматериалов из бюджета. Но как и когда именно, никто не объясняет. Мы подали по чекам. 8900, да, я подала на возмещение, хотя бы то, что по чекам. Нет,
нет таких денег. А дальше? Так, вам ответили? Ну, не ответили, ну ждите, ну ждите, ну... Ну а сколько можно ожидать? Сколько? Зима. Дом Любови Быстрицкой по меркам Славянска пострадал стандартно. Дырки в потолке и стенах, выбиты окна. Первичный ремонт обошелся в 13 тысяч гривен. О пережитом потрясении тут красноречиво свидетельствует все. Воронки от разорвавшихся снарядов в огороде. Даже домашние животные после перенесенного страха до сих пор перейти в себя не могут. Мусе всего 2 месяца. Малыш родился именно во время бомбежки. Дитё войны. Дитё войны. Ребенок войны маленький. Хозяева говорит, что он не играет совсем. Время ищет только что покушать и где спокойно поспать. Это странно для котенка такого возраста. Он запрятался, оглушила, а потом запрятался и там его разорвало. Ну, сильно печально там. Они вынесли просто, ну, там мы его так выкинули. Она нашла, взяла одеяло, и мы одеяло выкинули. А домашний любимец семьи Макеевых бомбежку не пережил. Котенка Ирина нашла, когда вернулась в дом после обстрела. Зданию снесло крышу, выбило окна. Первый раз, когда пошел дождь, этого даже пленки не было. У нас все падало на лоб, капало на детей. Сгнил диван. Я когда восстанавливала ведра, на меня и потолок падал. Дождь лил, и мы спали под клеенкой. Потолок падал? Ну, не потолок, а кусочки. Прошло почти 2 месяца. За это время благотворительная организация помогла матери 2 дочерей и перевела на восстановление дома 30 тысяч гривен. По меркам пострадавших жителей окрестностей Славянска, под моей рукой сейчас настоящее богатство. Однако владелица всего этого добра решила перенести шифер на задний двор. На это у нее были свои опасения и причины. Боимся, передают там войнуш опять. Муж говорит, давай мы просто сложим, говорит, а 6-го тебе накроем, говорит. На всякий случай. Если вдруг опять разнесет крышу? Да, чтобы было куда стелить. Сегодня по этому двору бегает уже 2 котенка, а за домом лежит стопка шифера. Семья по-своему счастлива. Теперь мечтают о стяжке для одной из комнат и спокойном сне. Я встаю постоянно. Ну, в 3 часа ночи, 2 часа ночи встаешь, под утро встаешь. Оно ж там были обстрелы, и уже просто автоматически у всех такое время. Мы все одинаково тут. Мы бежали вот тут по дороге, и снайпер пулял по дороге. Я с собой накрывала ребенка, потому что было страшно. Ну а потом понимаешь, что не поможет и мое тело закрыть ребенка. Вот это страшно было. Домик, что с ним, ты знаешь? Ну, у него попали бомбы. Эти самые бомбы, а точнее мины, на самом деле взрывались поблизости от дома семьи Клименко, в огороде. Там Татьяна до сих пор находит осколки снарядов. Зачем вы это храните? Ну что, мы не храним такое, оно нам не надо. Это просто вот я собрала, была в огороде, килограмм, я не знаю даже, сколько мы выкинули. Да и эти осколки мин беспокоят семью меньше всего. Волнуются здесь о том, как жить в разрушенном доме. Холода не за горами. Вот это вот стена, вот это, да. Вот оно туда все лежало. Мы подняли его, сбили. Боже. Вот видите, вон палка, вот это все сбито. Уезжать людям некуда. Курс только на восстановление своего дома. Для спасения людям нужны кирпич, цемент, песок, шифер и 2 балки. Вот покрутила их так, я скрутила прям. На уничтоженные многоквартирные дома смотреть еще страшнее. Кажется, что это картинки из фильмов о Второй мировой. И повезло еще тем зданиям, над которыми уцелело хоть какое-то подобие крыши. У них хоть минимальный, но есть шанс на восстановление. Стены мокрые. Ну, мокрые, конечно, мокрые. Они, конечно, мокрые стены будут, если ну крыши нет, течет. Как нам говорят, подставьте кастрюлю. Так сколько это надо кастрюль подставить, если полностью нет крыши на квартире? Еще несколько дождей, и перекрытия могут просто не выдержать. А в этой квартире совсем свежий ремонт. Никто не ожидал такого. Стены трясутся, стекла падают, крыша падает. Сестра у меня после инсульта не ходит, не говорит. Она с перепугу пряталась под кровать. И мы не знаем, то ли бежать в подвал, то ли ее под кровати доставать. В квартире Светланы Михайловой сохранилась и прямая память о той бомбежке. Кусок мины в потолке. Но начинает его тянуть вниз, падает потолок, так как оно все пораскисало. Начинает вверх поднимать. Падает потолок. Поэтому мне сказали, ну пусть будет как память. Такие артефакты никому не нужны. Люди хотят забыть все пережитые ужасы и жить новой мирной жизнью. Мы очень надеемся, что обещанная помощь обязательно найдет тех, кто в ней нуждается. Ведь людям катастрофически не хватает самых элементарных стройматериалов. Дешевого шифера и обычного цемента. Мы обещаем следить за тем, как восстанавливается Донбасс. И обязательно покажем всю правду. С
страны ЕС готовы лечить раненых участников АТО. 20 солдат на днях улетели в Германию. 15 собираются в Эстонию. Помощь нашим бойцам предложила и Польша. Ну а от у Києві в одній з лікарень справжній скандал. Хто виселяє медиків і як до цього причетний колишній мер Черновецький, розслідувала наша схвильована Катя Павлюченко. Абзац у столиці. Доки волонтери намагаються допомогти бійцям в зоні АТО медикаментами та засобами захисту, їм натхненно ставлять палки в колеса. Так виглядає ця історія на перший погляд. Ви можете просто представитись? Ну чого ти знімаєш? Я тобі сказав, що не можна знімати. У Києві розгорнулася справжня війна ось за це приміщення, розміщене в самісінькому центрі поруч із Майданом та Михайлівським собором. У будівлі волонтери оселились під час кривавих подій на Майдані. Організувавши госпіталь, рятували поранених. Наразі збирають допомогу для бійців у зоні АТО. У нас в Данії хранятся медикаменты, которые я доставляю на передовую. Это вы лично возите, правильно? Да, у меня более 18 поездок в зону АТО. В цьому ж приміщенні ми зустріли лікаря, який щойно вирвався із засідки під Іловайськом. Да, я був в Іловайську, в Іловайському котлі в цьому і вижив. Жили фактично під тепловозом, тому що коли починали бомбардування, то ховалися під тепловоз. Там же оперували поранених. І хто б міг подумати, цих поважних людей попросять звільнити приміщення разом з усіма ліками та гуманітарною допомогою. Налетіла група невідомих осіб, причому, що дивно, кавказької зовнішності, почали виштовхувати, вели себе більш ніж агресивно, і один, ну, той, що керував ними, почав просто, ну, на розмаш, не дивлячись кого, почав бити всіх людей. І тут відбувся, я так розумію, захват. Медикаменти, які були мною тут оставлені, їх пытались куда-то вынести, ну, женщины как-то отбили. Да. Розповідаючи про пристрасті із виселенням, волонтери діляться зі мною історією цієї будівлі. До 2010 року тут діяла поліклініка, єдина у цьому районі, яку улюблений мер київських бабусь Леонід Чернівецький за загадкових обставин продав. Тепер це приватна власність. Яке, до речі, є пам'ятником архітектури. Найцікавіше – ціна питання. Нерухомість у цьому районі вважається однією з найдорожчих в столиці. Але неординарний Леонід Михайлович вважав інакше. Продали приміщення, знаєте, виглядає цинічно. Оцінило 5 злишком мільйонів гривень. Скільки тут квадратів, щоб люди розуміли? 1600 метрів квадратних. Порядку 3 тисячі гривень за метр квадратний. Ну, не менше, як 3 тисячі умовних одиниць продавалося подібні приміщення в Києві. Наразі пам'ятка архітектури виглядає ось так невтішно. Розбита стеля, стіни та пліснява. Ну а ось ці хлопці спортивної зовнішності, що в народі звуться тітушками, з'явились тут, аби звільнити приміщення від медиків. Сказали, що є два варіанти. Або я вивожу звідси речі, або на другий день вони опиняються на вулиці. Ми представляємо інтереси власника цієї будівлі. А хто власник? Я єдине, з ким вдається домовитись про зустріч, це загадковий представник власника. Ми пішли на зустріч, надали будівлю безкоштовно, але пішла спроба рейдерського захвату будівлі. Ми нікого нікуди не викидаємо. У нас була домовленість. Тут знаходиться на даний момент благодійний фонд, знаходяться волонтери. З усіма цими людьми ми ведемо переговори, ми з ними співпрацюємо, ми їм допомагаємо. Я вчора спілкувалася з волонтерами, які кажуть, що ви їх виганяєте на вулицю. У мене інша інформація. Люди нам вдячні. Як я очікувала, правда власників цієї будівлі категорично відрізняється від правди волонтерів. Слухати перехресні звинувачення можна було б нескінченно, якби пролити світло у цій історії допомогла ця пані. Вчора я знімала її у компанії волонтерів, а сьогодні вона зізнається. Це не мою особисту думку, це не є думка штабу чи якихось посадових осіб. Не вміємо домовлятися. Наша сторона прийняла неправильну позицію. Ми почали, власне, робити те саме, захват робимо, тільки вже в іншому плані. Ми не виходимо звідси. Власники припитають, скільки часу вам ще треба займати це приміщення? Місяць, 3 місяці, півроку. І ми вам це надаємо. Наша сторона каже, ви неправильно його купили.
воно наше, бо колись тут була якась амбулаторія. По-людськи я розумію, що це неправильно. Представник власника пообіцяв мені виганяти звідси не всіх волонтерів, а тільки тих, хто прагне наживи. Жіночка, можна тут залишити, яка дійсно не допомагає? Чесно, я її дуже поважаю, дуже гарно. Я її так прошу, вона стала так прошу. Для того, що я звідси геть не хочу їхати. Але правда не їх боці. Ну а усім, хто хоче з допомогою телебачення пролобіювати власні меркантильні інтереси на майбутнє, раджу добре зважити усі за та проти. Ми маємо одну звичку – спочатку розібратися у ситуації, а вже потім пускати матеріал в ефір. А сьогодні лікарі, захопленої рейдерами будівлі, просто небо прооперували тяжкохворого пацієнта. Свою добру справу вони зробили на вході до Київради перед очима здивованих депутатів. В такий спосіб медики сподіваються достукатися до чиновників і таки повернути лікарню в комунальну власність міста. Кстати, друзья, операция больного прошла очень успешно. Вот, можете не переживать. Миш, это мне вот как бы слышится, или ты там мяч набиваешь, собрался податься футболисты? Не. Так. Я, знаешь, краще граю, ніж Артем Мілевський. Ну, принаймні, падаю так точно краще, ніж він. Ну, кстати, я тут спорити з тобою не буду, можу підтвердити. Можу підтвердити, що падаєш ти не хуже, ніж Артем Мілевський. От коли моя кар'єра закінчиться як телеведучого, я, мабуть, піду в футбол грати. Угу. Принаймні, у дворі. Ні, ну, скажу тобі откровенно. З дітьми. Друзья, можно показать Мишу как-нибудь крупнее? Вот. Посмотрите на этого прекрасного человека. Вот за него, ну как можно за него переживать, а? Он без работы не останется. Вот я за него спокоен. Но у меня другой вопрос. Есть люди, за которых я реально переживаю. Да каково нашим бедным депутатам? А? Вы не задумывались? Вот президент распустил парламент. Куда же пристроить-то нардепов, а? Профессии для политиков выбирал наш участливый Артур Зыков. Баста, карапузики! Распустили? Велкам из-под пафосного купола. А вот куда ж теперь им, бедным депутатам, деваться? Хлопцы, не переживайте, с вашими-то талантищами я уже для вас подобрал несколько вакансий. Сначала проведем тест на профориентацию. Итак, что наши депутаты умеют делать лучше всего? Разгадывать кроссворды. Регионалы вообще без этого умения не брали. Такая фишечка. Это ж любимое занятие самого Януковича. Новорично. Ёлка. Мы книги, газеты, журналы с клубничкой. Тут уж, извините, не до законопроектов. И куда ж девать таких, прости господи, талантливых? Вахтер. Крайне подходящий вариант для наших депутатов. Сомневаетесь? Объясню. Весь день разгадываете сканворды. После этого колупаетесь в гаджетах. Ну и, собственно, потихоньку дремаете. Из требований только отсутствие вредных привычек. Так что бросайте курить в кулуарах и можете претендовать на свои 1002 в месяц. Гривен, конечно. Так, половину пристроил. А где бабуля? Я за нее. Для настоящих мужиков работенка посерьезней. Из Литвина, например, получился бы отменный доярка. На «ты» с буренками, между прочим, и Ляшко. Он уже на мастер-классы замахивается. Вставайте за мисс коровы. Вставайте, я покажу. Вставайте. Вставайте, я покажу. Нет, не проблема, давай. Покажу, вот так надо. Потуги нардепов я показал эксперту. Доярке с 26-летним стажем Анне Александровне. А что, вдруг стажеры нужны? Все правильно. Пичешов, все туже. Вымя, все туже. Садитесь. На дуги в ведро. Правильно говорит. Зарплата доярки около 3000 гривен. На бензин для бэхи хватит. Ненадолго, правда. Встаешь полпятого, доишь, кормишь ее, а потом пускаешь на поле. Корова Аленка любезно предоставила мне свою грудь. Надо с другой стороны, наверное, зайти. Не-не-не, с этой стороны. Вот она ударит вот. С другой стороны. А, не, в смысле, я понял. Только с правой стороны. А, только с правой стороны? Да. Она привыкла, да? Ну, все коровы доят с правой стороны. А почему? Да, так Бог дал. Ну, с Богом. Ты просто, вот я ж все... Да у нее ж куча всего. Я ж делаю то же самое. Да, и ничего. Так, Аленка, спокуха, подруга. И ближе.
Видит. Да, не самое простое занятие. Я несколько раз отгреб хорошего леща, руки и спина онемели, и это все за полчаса. А на ферме вы бы нашим депутатам что бы доверили? Тут, на ферме? Ну вот какое-нибудь дело на ферме. На какое? Ферме? Я бы доверила ему виллу, чтобы он давал коровам кушать. Что я знаю, что им надо, но они доить правильно, они не будут доить. На подсобные работы сгодятся. Ляшка еще можно взять психологом, массажистом, извозчиком, только в паре с бабушкой. Без нее равновесие плохо держит. В общем, уважаемые работодатели, обратите свой взор на пана Ляшка. В хозяйстве пригодится. Цементный завод. Я. Погрузка угля. Я. Уборка конюшен. Я. Кроме того, я! Последний созыв на таланты был богат. Тут бы хватило на целый ансамбль песни и пляски «Депутатишка». Вот так вот я бы его назвал, да. Между прочим, звание народное уже есть, а это целых 40% к окладу. Верное дело. Роман – хореограф успешного шоу-балета. 25 лет – человек в профессии. Творческая профессия такая, как танцор, да, нужно изначально понимать, что это тяжело, это круглые сутки, да. Преподавание, это и выступление в коллективе, ага. Все это вместе. Корпоративы, корпоративы всякие, свадьбы, концерты. То есть надо халтурить по полной программе. Соберись. Сейчас. А вы уже, тут та музыка 5, идет, да? 6, 7, 8, 8, 2, 3, оп, раз. Ой, что-то я затанцевался. Чего приходил-то? А, мне ж депутатов устроить надо. Первая, подающая надежды звездочка, Владимир Струк. Как тебе мужчина в черном? Печально для профессионального танцора и замечательно для а-ля село свадьба. Да. Да, уже после 10 вечера. Второй пошел, выступает многогранный и талантливый народный депутат Украины Олег Ляшко. Начали танцевать. Ничего себе. А это дом культуры, уже такой детский заслуженный коллектив. Так, разогрелись, а теперь, внимание, на сцене звезда танцпола Владимир Мысик. Сухишвили, однозначно. Сухишвили, 35-й коллектив, гастролирующий по Черниговской области. Ты мои мысли читаешь. Да? Просто, вообще. Отлично. Круто, ты сейчас чуваков просто обрадовал, потому что как бы все, их распустили, им же дальше некуда идти, а ты им дал надежду в жизни. Без аккомпанемента никуда, но с аккомпаниаторами проблем нет. Только посмотрите, какой виртуозный клавишник депутат от Батьковщины Андрей Иванчук. Водитель трамвая. Ну, чудная профессия для наших кнопкодавов-депутатов. Попробую разузнать нюансы. Сколько кнопочек? Это у нас газ, тормоз и педаль безопасности. Через смену он держит эту ногу на педали. Ага. Если водителю становится плохо, у него нога, естественно, слабеет. Да, слабеет, и вагон останавливается. В общем, работа хорошая. Если к ней привыкнуть, то она считается легкой. То есть у нас и коллектив хороший, ага. И ребята все нормальные, и добрые, и начальство у нас хорошее. То есть... Ну, не знаю, если вот сейчас мне сказать уйти, я не уйду уже. Если человек больше года проработал, вот это железо, оно тянет как магнит. На курсах можно обучиться всего за полгода. А любой человек может прийти на курсы? Да, який має вік не менше 21 року. Максимально немає віку. То есть подходят все депутаты. Фух, трудоустроил. Так, минуточку. А кто теперь будет страной руководить, скажите мне? А чем, собственно, я хуже? Корову доить умею, мне, как хорошему танцору, ничего не мешает повиртуозное выделывать. Хотя... А ну чем не народный убранец? Ну вы посмотрите. Слушайте, пойду-ка я попробую свою кандидатуру, значит, пристроить. Свято место пусто не бывает. Цікаво, чи постраждав трамвай під час зйомки цих сюжетів. Так ось, друзі, в Україні триває хвиля ленінопаду. Нещодавно знесли пам'ятник Іллічу
в Дніпропетровській області. За останній рік постраждали понад 300 Леніних. Залишки вождя навіть на сувеніри розбирали. Дехто навіть бізнес робив. На долоні вождя наварив 1000 гривень. Ти знаєш, голова що, більше. Ти знаєш, що ці пам'ятники от очень даже непрості. Тобто там є ціла легенда. Ну і не золоті. Ні, ну як би є ціла легенда об этом. От хто, друзья, в принципі, от цих пам'ятників даже може зависеть судьба нашої країни. Хто з помощью Леніна зомбірує українців? Крупська? Ні, жарко. На нет, Надежда Константиновна Леніна. Искал ответ на этот вопрос Максим Узел. Давайте посмотрим. Какая связь между памятниками Ленина и политической обстановкой в Украине? Магическая, считают некоторые исследователи. Те города, где остался Ленин на центральных площадях, там до сих пор неспокойно. Где Ленина прибрали, вопросов к государственности не возникает у местного населения. С этим фактом сложно поспорить. Если посмотреть на карту Ленинопада, то четко виден весь наш проблемный юго-восточный регион. Почему? Сразу после сноса Ленина в Мариуполе и Херсоне исчез сепаратизм. И почему в Харькове раненый Кернес защищает раненого Ленина? А если голову Кернеса сюда представить, не? Нет, не пойдет. Украинский ленинопад продолжается. После сбитого зимой киевского памятника на Бессарабке ильичи чуть ли не ежедневно падают носом в землю во всех уголках страны. А вот мне интересно, есть что сносить на Западной Украине? У Львові від пам'ятника Леніну залишилось мокре місце. Ось цей фонтан. Ще у 90-х роках місцева влада вирішила взяти пам'ятник Леніна. 50 тисяч львів'ян прийшли побачити на власні очі, як зносять бронзове погруддя. Інших ленінів і на Львівщині, і на Тернопільщині спіткала та ж сама доля. В Києві уже теж випілили майже всіх ільичей. Вижила лише парочка, спрятавшись за заборами госпредприятий. А як там наш з недавніх пой патріотичний Дніпропетровськ? На сьогоднішній день в обласному центрі, казалось би, днем с огнем не найти ні одного пам'ятника вождю комунізму. Но только не нам. Да вот же он! Украшает вход одного из почти не работающих заводов на окраине города. А почему он до сих пор здесь стоит? Ну мы же охраняем его. Ну вы думаете, вы вдвоем сможете противостоять нам? А что у нас? Мы с пистолетом, нас тут много. Но мне слабо верится, что два пенсионера-охранника смогут противостоять той толпе патриотов, которые в феврале этого года снесли громадину Ленина на центральной площадь. У нас був чавунний величезний Ленін і техніки ніякої не було. Ми залізли в метро, ось, дістали звідси залізні дроти, не один жгут був порваний. 6 годин ми його доїдали, але ми все ж таки його доїли. Після цього Дніпропетровськ як будто прийшов в себе, і многочисленные пам'ятники Леніна начали исчезать один за другим. Регіон практически повністю очистили від призраків комунізму. Ну ладно, Дніпр, но когда прошлой зимой Леніна сбросили в Херсоні, удивились очень многие. При этом в соседнем и, казалось бы, идентичным по идейным настроениям Запорожье Ленина уберегли от погрома. И вот интересный результат. На днях херсонцы прогнали из города пророссийских сепаратистов, явившихся, угадайте откуда? Из Запорожья. Также сносу Лениных активно препятствовали в Крыму, который вскоре был аннексирован, и на Донеччине с Луганщиной, теперь захваченных террористами. Поэтому, мне кажется, очень тревожная ситуация в Харькове. Ленинопад докатился и до Харькова всего несколько дней и минус 3 памятника вождю. Остается всего ничего, ну подумаешь, каких-то 4 десятка монументов в Харькове, ну и сотня в области. В интернете даже появилась подробная карта для сафари на Ильича. По одной из координат от Ленина уже остались одни ножки. По следующему адресу, о ужас, обнаруживаю фигуру в черном целлофане без головы. Это безобразие самое настоящее, понятно? Разгромленные Ленины простояли в Харькове по 50 с лишним лет. Достаточно, считают областные власти. Пора отправить изваяния в музей. Чтобы те люди, для яких вони є якимись ідолами, символами щастя, щоб вони могли піти помолитися, покласти квіти, а інші люди, щоб могли привести дітей в цей музей тоталітаризму і показати про те, що дітки, ось чим не треба заробляти за бібліографію.
Но Харьковская мэрия против. Мы приняли однозначное решение, что эти памятники, которые сегодня, будем говорить, повреждены, они будут восстановлены в первозданном виде на тех же местах. Инициатива исходит от самого мэра Геннадия Адольфовича Кернеса и поддерживается некоторыми горожанами. Лично бы я кто-то сносил, надо по одному месту надавать. Ну, я не знаю, а если голову Кернеса сюда представить, не? Нет, не пойдет. Вернуть Ленина? Конечно, вернуть. Большинство ли горожан хотят восстановления памятников, мэрия выяснять и не собирается. Барельеф на ее борту красноречиво подтверждает, Харьковщина остается лидером по количеству непуганных Ильичей. Пока! В отличие от прогрессивной Донеччины, вы помните этот зимний Мариуполь? Разъяренная толпа преследует одинокого майдановца. Выйти на улицу с украинской символикой мог только продвинутый мазохист. Но две недели назад глубокой ночью некие дерзкие парни свалили самого центрового Ульяныча в Мариуполе. И вот как выглядит город сейчас. Это могло бы показаться серией простых совпадений. Но нет. Есть версия, что изваяние Ильича – это не просто куски гранита или металла, а зомби-машины, управляемые из московского мавзолея. Когда я начал разбираться в этой мистической теории, волосы зашевелились. Оказывается, еще жрецы древнего Вавилона использовали для управления народом ритуальные постройки – зиккураты, многоступенчатые пирамиды, очень похожие на мавзолей на Красной площади, с человеческой мумией внутри. А в забальзамированную голову была вложена специальная металлическая пластина. Вавилонян под страхом смерти заставляли носить на шее ее копии – маленькие металлические ромбики. Ничего не напоминает? В Советском Союзе каждый носил на себе изображение Ленина. Они были на деньгах, эти изображения, они были везде. Ленин там на паспорт, маленький Ленин, октября, там статуи, идолы. То есть внимание людей было завязано на некую личность, которая была сверхбожеством. И тут я прикинул, может, не случайно все памятники Ленина имеют такое же ступенчатое основание, как и зиккурат мавзолей? А вдруг они реально подчиняют волю людей? Сеть, которая окутывает весь Советский Союз. Как это работает, мы можем только догадываться. Но сколько на это в свое время тратилось средств, значит, это было архиважно. И ставили их не на случайных местах. Представьте себе, Михайловский собор в Киеве взорвали не просто так. Там хотели водрузить гигантского Ленина. Как должен был выглядеть памятник на высоченном пьедестале между двумя зданиями? Построили одно из двух зданий. Вот существующее здание. Вот это то, которое симметрично ему на месте монастыря должны были строить. Между ними выступ, и здесь Ленин. И лицом к Днепру. А вместо фуникулера должна была быть грандиозная лестница, которая вела прямо к реке. Вы все еще не верите, что большевики могли увлекаться мистикой? А почему же они создали культ Ленина четко по религиозному образу и подобию? Огромное количество изображений, помпезные монументы, мощи в мавзолее. Ну и, наконец, Святое Писание, как писали от Луки, глава такая-то, стих такой-то. Так в советское время писали полное собрание сочинений товарища Ленина, том такой-то, значит, страница такая-то, и это уже была цитата, не подлежащая никакому сомнению. А я думаю, пока эта теория не подтверждена и не опровергнута, лучше было бы свести всех Лениных в отдельную уютненькую резервацию. Пусть, если что, друг друга зомбируют. О. В Луганской области за последние сутки батальоны спецназначения милиции отбили несколько атак террористов. Ну а у самому ж Луганську вишикуються черги місцевих мешканців. Люди стоять за продуктами. І увага, шокуюче відкриття, що було в гуманітарному конвої Росії, дізнався наш усюдисущий Олександр Джусупов. Донбасс привыкает жить без света и воды. Теперь постоянное место жительства у местных жителей – это бомбоубежище. Но, похоже, боевикам этого мало. И они движутся на юг. Мариуполь – одна из центральных улиц города. Мимо торгового центра среди обычных автомобилей проезжает длиннющая колонна украинской бронетехники. В обед возле города были слышны выстрелы и взрывы. Горожане не на шутку испугались. Как оказалось, из Новоазовска в сторону Мариуполя выдвинулась колонна из четырех танков и трех машин с боевиками.
боевиками. Они вышли на разведку, но бдительность местной обороны на высшем уровне. И за 10 километров от города машины противника обезвредили, а боевики разбежались по кустам. Непонятные движения были замечены и со стороны моря, но и здесь им готовы дать отпор. Отряд несет службу, так же скажем, в этих сложных условиях, но готов отстоять свою территорию непосредственно в честь страны. Похоже, Донбассу светит кромешная тьма. Электрочайники, плиты, машинки – эта роскошь теперь никому не нужна. Свечи – главный атрибут быта. Эти люди живут уже третью неделю в бомбоубежище. Греются на солнышке. Это единственный источник света. Есть разбитых деревень, здесь сел. Здесь по 16 человек живут семьи. Потому что вообще негде жить. Вот уже живут больше, считай, что больше трех недель. Это сейчас день, вон, посмотрите. Вот эти порожи. Вы будете лететь. Вот это, что мы здесь чувствуем. Вот эти бомбежки постоянные, вот эти ракеты, которые над нами летают. Всю жизнь мы работали, в конечном итоге, что мы заработали? Нас просто убивают. Неспокойно и в зоне боевых действий. Под Дебальцево попали в окружение 3 добровольческих батальона. Командирам дали приказ отступать. Очень надеюсь, что у парней все получится. А представители ОБСЕ наконец официально зафиксировали и признали наличие российской регулярной армии на территории Украины. Американские журналисты в подтверждении показали кадры российской бронетехники, где белой краской зарисованы номерные знаки. На подконтрольных территориях боевики устанавливают свои правила. Например, предлагают поменять гражданство с украинского на российское. Не бесплатно, конечно. В місті Торез Донецької області бойовики проводять агітацію серед місцевих жителів з метою надання ними особистих даних для оформлення паспортів громадян Російської Федерації. За зміну громадянства російські найманці пропонують близько 1000 гривень. Шокирует предложение россиянки Елены Васильевны, основательницы группы «Груз-200». Женщина озвучила информацию о том, где исчезают российские солдаты. Якобы по украинской территории, на которой ведутся боевые действия, работают передвижные крематории. Их производство давно отлажено в Санкт-Петербурге. С виду это компактный белый грузовик, а внутри вот такая вот печка. Быть может, это и просто домыслы, но вот автомобили уж очень похожи на страшное чудо техники. А пока в соседнем государстве готовят очередной гуманитарный конвой с крематориями на колесиках, президент Порошенко на саммите НАТО сообщил, что военный альянс готов предоставить Украине военную технику. Вот это да. Сегодня в Великобритании начался саммит НАТО за столом переговоров. Слушайте эти имена, друзья. Петр Порошенко, Барак Обама, Ангела Меркель, Дэвид Камерон, Франсуа Олланд і Матео Ренц. Лідери європейських країн обговорюють ситуацію в Україні. І увага, можливо, завтра буде підписано документ про припинення вогню на сході країни. О 14-й годині мають відбутися засідання тристоронньої контактної групи, на якій має бути підписаний документ, який передбачає етапність запровадження мирного плану України. Я думаю, що є надзвичайно важливим, що ключовим першим елементом цієї дії є припинення вогню. Якщо це буде підтверджено, якщо зустріч відбудеться, я звернусь і дам доручення керівництву Генерального штабу про двостороннє припинення вогню. А причем террористы на Востоке тоже сделали заявление, что они готовы прекратить огонь. Ага, вот. Знаем мы. Не, ну вот честно, очень хочется верить в то, что это действительно так. Ну, а тим часом інший президент, якого не було на саміті НАТО, це президент Росії Володимир Путін, виявилось, що він дуже сентиментальний. Під час візиту до монгольського Улан-Батора він пустив сльозу, коли тамтешній оркестр грав гімн Російської Федерації. Ось, подивіться уважно. Причому гімна не чути, але він грає, я точно знаю. Ну, причому не Монголія, а Російської Федерації. Слушай, хто не знає гімн Російської Федерації музикою, дуже схожий, ну не схожий, а один в один з гімном Радянського Союзу.
Ну, музыка та же, текст только переписали. Да. Другой текст, причем, насколько мне известно, автор текста тот же Михалков, который писал текст гимна Советского Союза, если мне память не изменяет. Надо отметить, друзья, это уже не первый раз, когда Путин льет слезу, он рыдал и на концерте в честь Дня МВД, и на митинге своих сторонников. Ну, тогда пресс-служба Кремля заявила, мол, ну, как-то ветрено было, ветер в глаза попал. И вчера в Монголии, наверное, тоже было ветрено, да еще и пыльно. Ну, и глаза с непривычки заслезились. Слухай, як ты думаешь, вот моє набывання оцінить наш спортивний журналіст Костянтин? Какой Константин? Який-який? Костянтин Воронін. А, хто ти? Давайте зараз подивимося серіал, там де Костянтин Воронін, спортивний журналіст. От прямо зараз на екрані.